И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр. Продолжаю играть в Ark Survival Wolf. Ну что, поплаваем? Да, сегодня я хочу поплавать по этим по подводным крытам. И там седло, должно спавниться седло, там нет седла на Рекса, это жопа, я посмотрел, там нет седла на Рекса, а ладно, он там соберет, вот, но там есть седло на Ютирануса, хорошее седло на Ютирануса, мне очень сильно пригодится, все-таки нужно его томить, собаку, это плешивый, блин, вот, диадонки, кстати, последний раз, когда я на них, скажем так, смотрел, они были басяви. Сейчас прям очень плохо хиляют. Прям очень плохо. То есть за фулл хп он у... Ну, что-то порядка 10. Тех даже не цеплял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У 7 за все свое фулл хп он за тик хилял... Ну, короче, там вообще копейки. Какие-то там 1010 примерно так вот отхилял, ну, учитывая мои рейты, все дела, то есть всех он отхиляет там буквально 1005, допустим, всех вот, ну, всех на 5000 каждого, ну, короче, вообще ни о чем. Но киблы я делаю, что вернулся, отхилял и обратно. А сейчас погнали. Погнали в подводное путешествие, и сейчас я хочу сначала сгонять в еще раз в подводную пещеру, и для того, чтобы этот так вода для того, чтобы залутать артефакт еще один, это будет уже третий артефакт, но на этот раз я пойду на кокуля. Так, отсвистываем. Отсвёстываем. Вот. Акула, собственно, как я и сказал, она вот может вертикально, по диагонали плыть. В общем, очень удобно. Поэтому в этом плане очень хорошие. Я их сейчас просто на хп прокачал, поэтому они такие побитые. Подожди. Отлично. Я уже гонял в пещеру. И... залутал второй артефакт. Вот, но он там долго спавнился, поэтому как бы, ну сейчас уже, кстати, дофига времени прошло. Я надеюсь, никого там такого жесткого не заспавнилось. Вот, кстати, когда я закончил запись и второй раз поплыл в пещеру, на меня нуклеостеи напали. Типа, камон. И да, это 138 броня. Так что я не должен поменять уж точно. Есть что сдрисну. Ну, погнали к артефакту хитрости. На кокуля, он же мегалодон, намного все легче. Собственно, вот как я и говорю, то есть ты вертикально можешь спокойно плавать, без проблем. То есть по пещерам горцевать легко. Ну, собственно, как видите, дуклеостеев здесь больше нету. Они до меня напали. Я просто мимо проплыл, они, короче, напали. Я такой, ах ты собака. И троих дуклеостеев стало меньше. На троих дуклеостеев. Эп. Если все пойдет по плану, скажем так, то я должен... Так. Ага. А ну чё, погнали отсюда, какая разница. Вот, я должен, то есть мне должно по 3 артефакта каждого хватить. То есть, так, в ту сторону. То есть мне по 3 артефакта должно прям запаса хватить без каких-либо проблем. Так, единственное, что сейчас я хочу сделать, это мегалодоша. Отлично. Оп. Да ёпс туда. Вот. Все. Вот теперь огонь. Для чего? Для урона. Ох ты, смотри, какие они это. Жесткие. Слушай, кайфово, кайфово. Если бы броньку бы хорошую на мегалодонов... точнее, только бы на мегалодонов была бы бронька, я
пещерке бы точно бы, скажем так, не оплошал бы. В общем, кайфовый, кайфовый, кайфовый всем. Так, поплыли, 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 вперед, 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 вперед. Да, креатом. В целом, как вы понимаете, ничего интересного здесь не будет. Поэтому я думаю, ну, если только альфа-чей каких-нибудь найду. Поэтому я думаю, буду включаться на креатах уже. Ну, чтобы меньше вашего времени тратить. А там уже посмотрим, может, что еще найдем интересного. Да. Так, на карте крейт один расположен где-то здесь. Ну где, честно, без понятия. Походу, я все-таки придется этот открыть, наверное, для большего удобства. С координатами, то есть сайт с координатами. Ну, ёбстадей, ну что ты прям в меня-то заплываешь? Вот. Потому что... Марамушта. В этом будет вся сложность. Кстати, выносливость. А, не, все нормально, восстанавливается. Прокачал их до 15 тысяч и остальное все в урон. Ну, в общем, поэтому они такие жузгие. Так. Очень неудобно в этом в плане то, что карту нужно постоянно открывать. И... Пошли в жопу. Скоты, ненавижу вас. Книдари. Прям... Название у вас такое. Книдари. Прям ненавижу. Прям реально. Они своим вот этим вот сбиванием седла прям меня бесят. Да... Да, я знаю, что, типа, этот базилозавр, с него, если не ошибаюсь, не сбивает седла, но... Но... Камон. Мне мегалодоны-то, если уж на то не пошло, не нужны были. Как оказывается, нашел же седло. Ну, ладно. Зато поплаваем сейчас на них. Блин, где? Вот где? Надо... Короче, надо открыть сайт. Так, ух ты, нифига себе, я не по тем вообще координатам плаваю. Единственное, что собака бесит, тут эта надпись, так. Ого, я что-то переплыл, короче, по ходу дела. Ну, погнали. Так, самое главное, что там кнедарь не зацепили. Вторую половинку. Так, 23, 8, 86 и... 86 и... где-то вот здесь что ли. Так, сверху есть? Блин, там сверху тоже может быть. Так, ну-ка еще разочек. Написано 23,8, 86,3. 23,8. По факту, я в этом месте сейчас нахожусь. И если бы они не постоянно... В общем, кстати, понятно, почему я их не увидел. Типа, его здесь и нету. Если бы они не постоянно спавнятся, то... Окей, но они же вроде бы постоянно были заспавнившиеся. У них нету, как у supply дропов. Ладно, в любом случае, погнали к следующей. Так, другого тоже нету. Слушай, мне это уже не нравится. Жопошная жопа какая-то. Вот я прям на этой точке 21,8 на 78,6. Так, 7, да, 21,8 на 78,6. Ага. Это совсем не интересно. Зато могу черножепчик полутать. Да, полутал один такой. Ага. Ладно, погнали дальше. Так. Здесь тоже пусто. 8,2 на 91,2. Даже вот сюда. Счет меня это сильно расстраивает. Прям обидно-обидно. Причем я знаю, что они спавнятся, потому что... Ой. Потому что они... То есть я видел, как они спавнятся.
боже мой, застрял. Твою ж мать. Ладно. Как обычно, все своими руками делать приходится. Иди сюда. Твою мать. Иди. Ого, отлично. Ну, погнали дальше. Офигеть. Мозазавр. И это не пещерный. Это нормальный, которого можно притомить. Еще и 108 левела. Офигеть. Благо не нужны мне. Сейчас бабить его потратил тучу времени на то, что мне не нужно. Ну, реально он не нужен мне. Хотя клёвый. Да. Подводная пещера. Подводный житель. Прикольно было бы, но зачем? Зачем мне это? Я не знаю. Так, а что там у нас по координатам? 7,9 на 83. Окей. Почти здесь. Опять надпись. 7,9 на 80... На 80.3. 7,9... Ага. На... Так, так. Я координатом спутался. Так, на 83 и 7,9. А, ну по сути я проплыл уже. И это либо здесь внизу, либо это. Либо наверху, либо нету. Но, собственно, я склоняюсь к тому, что нету. Это срань. Твою мать, надпись бесит меня. 7,9 на 83. То есть либо здесь, либо здесь. Но нигде и не там, и здесь нету. И жаба. Да. Так. 9,6 на 61 и 8. Ну что здесь у нас? Так, куча мобов. И... Опа! Да. Еще одна очередная печаль. Локалка, одним словом. 9,6 на 61,8. Ужасно. Такс. 10.9. 40.4. Но уже проплыл. И, как вы понимаете, сомнительно, что здесь что-то есть. Кроме удильщиков. Ням-ням-ням-ням! Такс. И надпись, которая перекрывает мне весь обзор. Так, 10.9.40.4. Ну, как бы, камон. Я на этом месте, можно так сказать, и нахожусь. 10.9. Ну, ладно, здесь получается повыше нужно. Это вот здесь. Ну, по факту, вот, вот, где вторая акула, это там. Ах, ужасно. Ужасно. Погнали дальше. Так. А, 10.7. И 29.9. Дэм. Так, 29.9. Погнали на дно. Ну, вот, собственно. Ну ладно, плюс-минус, но как бы видно, что вокруг ничего нету. Хотя! В чем самый главный прикол? Здесь я летаю на
летал в поисках Ютерануса настолько часто? Ну давай, блевота, уберись, вот. Настолько часто я в этой области летал, что, по сути, он должен был заспавниться. Какого фига? Я этого не понимаю. Эк, 10.1.9.4. На дне. Ничего. Наверху. Вроде бы здесь тоже ничего не должно быть. 10.9.4. Да вот в ту сторону. Так, ладно, давай всплывать. И смотреть. Ну, он как бы глубоководным бы и назывался. Точнее, не назывался, если бы был бы на суше. Так что да. О, еще один. Ужасно. Но подплываем к тому, где я точно видел. Красненький. И сдрыснул оттуда, потому что там были акулы. Да уж. Где там? А, где-то там. Не знаю. Погнали дальше. Так, 34.8.8.2. Встречал и больше. Так, 34.8.8.2. Ну, как бы вот там. Да. 34.8.8.2. Прям беда. Так, 51.3.11.2. Это немножко туда и туда. Ты иди в задницу. Так, где это тупое создание осталось? Ты где ж лундыш? Не самое лучшее место для стоянки. Такс. Что там было? 51.3? И один, о, забыл, 51.3.11.2. Ну да, по факту я здесь стою. Подожди-ка, я слышу. Или мне показалось, или я слышал звук. Так. Так, не дари, идите в очко, твари. Такс. Может, показалось? Ладно, порыскаем. О, точно, не показалось. Я слышал же звук. Так, ох. Прикольно. Платформа, однако, жесткая. Хорошо, уже хоть что-то. Но он никак не отображался, но я слышал звук. Поэтому я, собственно, обратил на него внимание. Я слышал звук от этого гудения. Поэтому обратил внимание. Так что, если был бы где-то неподалеку, я бы его услышал. Окей. Неплохо. Ну, это тупо. Погнали дальше.
Так. 59,2,76. Тоже? Нет, подожди-ка, еще не сюда. Что он должен быть где-то здесь. Но я его не слышу. Да, музыка на фоне и так далее, это я понимаю. Еще этот сопит, но... Прошлый же я услышал, так что уж такой-то звук я отличаю прям хорошо. 59,2,7,6. Ну, по факту вот здесь. Но... Беда. Так. 86,6,9,1. А вот здесь. Но здесь тоже, как видите, голяк. Только удильщики выпендриваются. Нет, звуков тоже не слышно. Сейчас прям более точно встану на 86,6. Вот. То место, где он должен быть. Да уж. Да какая бита-то конкретная, а? Удильщики. Так. 99,11,4. Тут прям баталия конкретная была. О! О! Крит! Класс! Меховые и... бронта. На бронта. Ну, легендарные меховышки тоже хорошо, но ни к чему. Так, какой у нас... На ком я плавал? Так, не на тебе. У меня не прокачаны, поэтому... По очереди на них гоняю. Ну ладно. Два крейта уже хорошо, но это ужасно. В целом хорошо, но вообще ужасно. Погнали дальше. Так. 91,4,34,9. Ой, сейчас, короче, такой замес был жесткий. Ужас просто. Но... в общем, началось все с того, что я слетел с седла из Акнедарии. Ну, а дальше Мазазавр. И так далее. Слушай, нет, нету. Дождал. 91,4,34,9. Даже вот так вот сделаем. Да? Вот. Нету. Так, 91,8 и 69,9. Так. Тоже нету. Да, и звуков тоже нету. Такая вот беда. Так, 89,8 на 96. Ну, собственно, да. Печалька. Печалька. Да. Как говорится, не прокнуло, так не прокнуло. Но сгонял зато по всем точкам. Хм, да. Вот такое было
Водное приключение. Честно, я думал, я ни одного крейта, но я не буду это выкладывать. Но хотя бы два нашел. И я точно могу сказать, они клевые. То есть два седла платформы легендарные. Ну, электрошок, конечно, это говно. Меховые штаны легендарные. Фавалон, конечно, поломал. И... Опа! Теперь я капитан. Альфа Лексидис... Лексидис... Или как там... Лексихтиса. Убил. Вот. Такие вот дела. В общем, на локалке это одно сплошное разочарование. Но на серверах, честно, я теперь буду больше обращать внимание к подводным дропам. Вот, если уж на то пошло. Ну, а на этом я уже с вами пожал прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. В общем, унылое было видео, поэтому... Не рекомендую делиться с друзьями. Унылое видео было, но на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.